Расскажите, пожалуйста, вы готовы к сегодняшнему показу? Как вы себя чувствуете? Не волнуетесь ли вы? Вы знаете, это 2000-й показ в моей жизни. Но я волнуюсь. Вы все равно волнуетесь, да? Всегда. Ага. А как вам сегодняшняя атмосфера, модели? Все такие красивые, все такие потрясающие. Я с этими моделями работаю много лет. Верность – это, может быть, редко мужского качества, но я в этом плане верен. Поэтому большинство моделей сегодня – это девушки, которые работают на всех наших шоу. И мы показываем коллекцию «Кутюр». И как раз именно эти девушки демонстрировали ее в свое время в Петровском путевом дворце. Наверное, сложно было подготовиться к такому показу, трудно, все мелочи нужно учесть. Расскажите, как это было? Вы знаете, у нас слаженная команда, мы сделали 12 шоу в Париже, мы делали очень много шоу в Нью-Йорке, очень-очень в Европе много работали, поэтому для нас это некая правильная механика, которую мы знаем, как делать. Поэтому красота сегодня будет только благодаря тому, что мы безупречны в любых процессах подготовки. Спасибо. Спасибо вам большое, желаю удачи. Спасибо.